остались без автомобиля. Сотрудники ГИБДД эвакуируют транспорт, припаркованный с нарушениями. Не торопитесь тратить. Программа «Материнский капитал» будет действовать до 2016 года. И вспомним звуками мелодии. В третьей музыкальной школе состоялся вечер памяти директора Людмилы Кравченко. С новостями дня программа «Местное время» в студии Евгения Шильникова. Здравствуйте. Сегодня несколько ангарчан неожиданно лишились своих автомобилей. Такая участь постигла тех, кто нарушил правила остановки, стоянки и парковки. По инициативе госавтоинспекции теперь в Ангарске работает эвакуатор, который доставляет транспорт нарушителей на специализированную стоянку. Продолжение темы в репортаже Ольги Деребера. Сегодня утром на специальной стоянке для транспорта возле ДСК «Шанхайка» вполне достаточно свободного места. Тем не менее, находятся желающие сократить свой путь от авто до магазина. Правда, бросают своих железных коней вопреки требованиям установленных знаков. Сотрудники ГИБДД вынуждены эвакуировать транспорт нарушителя. На автомобильный призыв о помощи так никто и не вышел. В пути следования эвакуатора инспектором ГИБДД попался еще один нарушитель. Девушка-водитель, как выяснилось, остановилась, чтобы просто совершить телефонный звонок. Я вам объясняю. Этот знак означает: остановка и стоянка транспортного средства запрещена в зоне действия знака. Вы стоите прямо под знаком. Вы видите знак? Вижу я знак. В результате на нарушительницу на месте был составлен только административный протокол. Штраф по нему составляет 1500 рублей. Эвакуируется автотранспорт, который останавливается под запрещающие знаки 327, 328. Это остановка и стоянка запрещена. И также транспортные средства, водители которых паркуются не вдоль проезжей части, как это предписано правилами дорожного движения, а так называемая елочка. К слову, удобное место стоянки может обернуться автолюбителю нешуточными тратами – чуть ли не в 5000 рублей. Водители, нарушившие правила парковки, будут вынуждены оплатить не только штраф, но и услуги эвакуатора, а это 2500 рублей, а также оплату за хранение транспорта на площадке госавтоинспекции – это примерно 500 рублей в сутки. Столь жесткие меры ГИБДД объясняют ежегодным ростом количества единиц автотранспорта. Беспорядочно паркующиеся автомобили мешают и часто дестабилизируют и без того напряженную обстановку с дорожным движением. Пока в Ангарске работает один эвакуатор, но в скором времени на охоту отправятся сразу два автомобиля такой спецтехники. Ольга Деребера, Михаил Тырышкин, «Местное время». 16 сентября в эфире мы показали сюжет о том, что жители 9-го микрорайона не могут заставить свою управляющую компанию работать. Цоколь дома, где проживают ангарчане, разрушается уже несколько лет. Мы сделали официальный запрос в департамент ЖКХ и строительства Ангарска. Только после этого состоялось собрание собственников и представителей администрации, где директору управляющей компании пришлось отвечать за свое бездействие. Журналистов с камерой на скандальное заседание не пустили. Однако к нам попала любительская съемка, сделанная с мобильного телефона. Вы должны здесь, на берегу, сказать день, когда вы готовы показать этот дом с устраненными всеми замечаниями. В результате собрания начальник департамента обязал директора управляющей компании провести работы до того, как ударят морозы. Только так с помощью журналистов собственники добились своих законных прав. Теперь у зрителей телеканала «Актис» есть возможность выкладывать свои материалы. Фото и видео с мест ДТП, курьезные случаи или скандальные ситуации, которые, возможно, станут темой наших будущих репортажей. Присылайте снимки и ролики на электронный адрес live@actistv.ru. Их просмотр будет доступен на нашем сайте. До окончания федеральной программы «Материнский капитал» осталось более 3 лет. Однако ангарские семьи беспокоятся уже сейчас. В управлении пенсионного фонда наплыв посетителей, которые спешат воспользоваться государственной поддержкой. Какие изменения ожидаются в программе и стоит ли торопиться с реализацией средств, узнаем из сюжета. Срок действия программы поддержки семей, имеющих 2 детей и более, ограничен 2016 годом. Однако, как нас заверили в Ангарском управлении пенсионным фондом, торопиться использовать средства материнского капитала не нужно. Самое главное, чтобы до 2016 года родился в семье ребенок, второй, третий и последующий, и у семьи это право возникло. Поэтому я просто рекомендую семьям не торопиться с распоряжением средств материнского капитала. На сегодняшний день сумма материнского капитала составляет чуть более 400 тысяч рублей. Индексация производится ежегодно. В Ангарске сертификат получили около 9 тысяч семей. По данным пенсионного фонда, 97 из них направили средства на образование детей. Только 2 мамы перевели эти деньги на накопительный счет своей будущей пенсии. Большинство владельцев сертификатов приняли решение использовать средства на улучшение жилищных условий.
Мы, конечно, с мужем уже все это обсудили. И по рождению второго ребеночка, Старкова Романа, мы решили сертификат материнский использовать его на получение, на покупку квартиры. То есть, ну, что-нибудь более свое частное, чтобы был домик, баня, гараж, огород. Это как бы сейчас очень, ну, хорошо. То есть не квартира с четырьмя стенами, а уже земля, чтобы и ребятишки развивались. Также в этом году ограничен перечень организаций, с которыми можно заключить договор займа на покупку или строительство жилья. Соответствующие изменения были внесены в закон еще летом. Теперь оформить кредит с привлечением материнского капитала можно будет только через одобренные государством компании. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Публичные слушания, призванные привлекать население к обсуждению важных проектов, в Ангарске все чаще становятся чисто формальной процедурой. Так случилось и в минувшую пятницу, когда рассматривались вопросы о внесении изменений в устав города. В Малом зале ДК «Нефтехимик» собралось всего около 20 человек. Большинство из них – это представители городской администрации. Возможно, поэтому вместо запланированного часа на процедуру потратили чуть более 20 минут. Значит, в статье 29 полномочий Думы, одним из полномочий Думы – это утверждение положения о бюджетном процессе города Ангарска. То есть мы это принимаем. Несмотря на малочисленную аудиторию, публичные слушания признаны состоявшимися. 1 октября – это не только День пожилого человека. В календаре праздников эта дата отмечена и как Международный день музыки. На сцене 3-й музыкальной школы накануне вечером состоялся концерт, посвященный памяти директора Людмилы Кравченко. Яна Попова подробнее. Бессменный руководитель музыкальной школы номер 3 Людмила Кравченко ушла из жизни этой зимой. В школе талантливый педагог проработала 38 лет, из которых 23 года была директором. Вспомнить Людмилу Васильевну на концерт пришли учащиеся и выпускники прошлых лет. Если говорить о том, что человек живет, пока живы о нем воспоминания, я думаю, что Людмила Васильевна будет жить очень долго еще в нашей памяти. Был очень замечательный человек, очень добрый, отзывчивый. Я очень сильно любил коллектив. Она была всегда восприимчива, она всегда понимала ситуацию каждого человека. 3-я музыкальная школа ежегодно становится лауреатом премий всех уровней и входит в десятку лучших учреждений Иркутской области. В 2002 году школа выиграла конкурс «Образцовое учреждение культуры», а в 2009 году после очередной аккредитации получила высшую категорию. Всего этого коллектив добился благодаря чуткому руководству Людмилы Кравченко. Благодаря ее дару администратора, таланту как преподавателя, преданности работе, безграничной любви к детям, к своим ученикам, она вместе с нашим коллективом сумела поднять нашу школу на очень высокую планку. Память педагога почтили минутой молчания. Многие не скрывали своих слез. На вечере выступили 15 коллективов, показали фильм-презентацию о жизни и творчестве Людмилы Васильевны. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время. Уникальные декоративные панно, стильные шляпки и сумочки – все это талантливые ангарчане делают из того, что обычные люди просто выкидывают. Оригинальные экспонаты из старых газет и полиэтиленовых пакетов представлены на новой выставке в художественном центре. Подробнее в нашем следующем материале. Необычное рядом. Название выставки, открывшейся накануне в художественном центре, полностью оправданно. Автор одной из экспозиций Ольга Юрьева представила целую коллекцию шляпок и сумочек, связанных крючком из полиэтиленовых пакетов. Сбор вторсырья, такого вторсырья, у нас не организован. И поэтому каждый из нас, идя по улице, отдыхая на водоемах Ангарска и Ангарского района, видим, как полиэтиленовые упаковки, сумки, пакеты. Все это летает, плавает и валяется у нас под ногами. Всего на выставке представлено 6 экспозиций разных авторов. Каждая выполнена в необычной технике. Светлана Швецова представила коллекцию поделок из газет «Экостиль». Центральная библиотечная система подготовила книги и поделки, изготовленные работниками филиалов, также из вторсырья. И названия дали соответствующие – «Отходы в доходы». Яркой и красочной получилась витрина личной коллекции Ларисы Юрчинок. «Баяние Руси – значит воспевание». Целью его является возрождение русских народных традиций, традиции славянского общежития, традиции патриотизма и возрождение, ну, народного творчества.
Свои работы на выставку также представили ребята из 40-й общеобразовательной, школы искусств номер 4 и станции юных техников. Их подделки из пластиковых бутылок, ложек, вилок и тарелок смогут украсить детскую площадку во дворе или стать элементом ландшафта приусадебного участка. Посетить выставку можно до 1 ноября. Для всех желающих авторы необычных поделок проведут мастер-классы. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. В нашу программу обратились жители 11-го микрорайона. В небольшом сосновом лесу, что напротив 7-й школы, уже несколько лет обитает стая белок. Скоро зима, и жители близлежащих домов переживают, что, не найдя себе пропитания, грызуны не дотянут до морозов. Чтобы привлечь внимание прохожих, жильцы поместили объявления прямо на стволах деревьев и смастерили кормушки. Пшено или еще что-нибудь, орех берут. Эти-то едят, а там за современников такие, они уже, будем говорить, положенки. Там срубили, а они такие, там дедок один кормил, все, останавливался. Наша съемочная группа обнаружила 4 черных белок, но жители утверждают, что их гораздо больше. Людей зверьки не боятся, а вот собак и птиц, которые воруют корм, опасаются. Ангарчане, желающие сохранить городскую фауну, могут покормить голодающих животных сухофруктами, орехами и вареными яйцами. Адрес сайта телекомпании «Актис» – actistv.ru. Вы можете не только смотреть и комментировать, но и скачивать понравившиеся сюжеты. И это было все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания.